По поводу шпаны хотел поговорить еще тоже. То есть это, я считаю, что я, во-первых, тоже внес неотъемлемую часть этой шпаны и в образовании, и в контенте, и прочее, поэтому я имею право высказываться. То, что сейчас ребята занимаются, вот на самом деле, какой-то период, после того, как меня забанили, у всех как будто просто руки опустились. Все такие, типа, не знали, что делать, ну, мне так показалось. Не понимали, куда, в какую сторону двигаться, что теперь, как бы, что, все. И мне так показалось. Сейчас я смотрю, вот после вот крайнюю неделю, ребята как будто уже, ну, у них была стадия отрицания, потом принятия, и сейчас они такие, типа, окей, осмысление пришло, и они, вот, ничего страшного, погнали. Типа, вот Брамчик вообще активизировался, пиздец. То есть у него, помимо коллабов там с Лизой Бэбриной, которые реально мне очень нравятся, у него еще появились, типа, полу-ИРЛ форматы, только без, ну, без левых людей, где он сценки отыгрывает, и я думаю, вообще, с индейцами, бля, мне вообще зашло, и, типа, дай бог дальше, и у него сейчас есть идеи, у него прям кипение пошло, у него прям глаза горят к этому, и он, ну, сейчас старается делать, там, закупается к следующему проекту. Я думаю, то есть люди, чуваки стали сами. Срочная новость. CSGO Run сошел с ума и раздает бесплатные скины всем новым пользователям. Бегом переходи в Telegram-бот по ссылке в закрепленном комментарии и хватай секретный промокод. Поднимай топовые скины, не выходя из Telegram. Играй в свои любимые режимы и прокачивай свой инвентарь на CSGO Run. Вовчик вообще сейчас начал коммуницировать с другими людьми, со стримерами много. Хоть и сидит там, видосы смотрит, но это кайф. На самом деле он пришел к тому, чего он хотел. И это здорово. Плюс его Вовчик начал очень много прям общаться с ребятами из других сквадов. В основном с Еблан сквадом. Вообще респект чувакам, что, ну, там не отвернулись от нас и прочее. Это поддерживает общение и как-то коммуникацию на стримах. Прям круто. Я смотрю на это, классно. Вообще Лиза Бебрина, блядь, умница. Она, блядь, она развела онлайн до 2К, блядь. Типа смотрю, думаю, ну, типа, круто. Я вообще, когда я с ней познакомился, у нее было 100 онлайна. То есть, когда мы с ней начали общаться и стримить вместе. То есть, я смотрю на ребят, короче, Тёма Бугор вообще открылся, пиздец. Просто, я вообще охуеваю, тиктоки ведет. Он нашел свое амплуа. Ему еще немного, месяц, вот буквально, я думаю, месяц-два. И он просто немножко прощупает, поймет, что такое Twitch-платформа. Вот, ну, в базу войдет вот в эту вот. И такой, и все, у него амплуа просто формировано охуенно. Тиктоки ебашат, контент сейчас будет ебашить, бля. Я просто смотрю на ребят, и я думаю, блядь, со слезами на глазах реально стою, думаю, сука. Да получилось же, блядь, да получилось же создать сквад. Да, мы сейчас не так сильно шумим, но ничего страшного. Рано или поздно, в любом случае, я руки не буду опускать. Опять же, как и год назад, у меня силы есть, блядь, типа, я буду еще ебашить. Мне, ну, для меня каждый бан, каждое отстранение от интернета, это как пинок под зад, блядь, и сейчас я, сука, сижу, думаю, да дайте мне нахуй уже, мне, блядь, уже реально... Я не могу, у меня слишком кипят эмоции, и я просто не в то русло их выкладываю. На самом деле, по-хорошему, выкладывать их в YouTube сейчас. И... Сейчас я, ну, немножко не на ту дорогу встал. Но я понимаю это, осмысленно, ну, как бы, осмысленно делаю это. Осмысленно. Ну, короче, ладно, не столь важно. Ребята вообще все молодцы, красавчики. Я понимаю, что я вернусь на Twitch, и я приду в команду... Ребят, не которые такие ждут от тебя чего-то, то есть, типа, Мафань, что там это, там, когда это, когда что, а можно это? Я приду в команду, которая, бро, я не могу, завтра у меня контент, кстати, не хочешь прийти? Я мечтаю об этом, чтобы, и каждый станет, бля, боевой единицей настолько, что когда я вернусь, и мы начнем все вместе, блядь, как сплоченный кулак, ебашить, дальше будет еще больше, правда. Я каждый год подвожу итоги, на самом деле, своего года. Ну, мне это как легче анализировать, когда я проговариваю это вслух. И сейчас я вот такого мнения, серьезно. То есть, да, как будто бы я много старался, я много ебашил все эти 5 лет. Ребята, которые меня смотрят давно, не дадут спиздеть, что, блядь, у меня был канал на Ютубе с самого начала, там, с 2019 года, он был 100 тысяч. 100 тысяч человек было на канале. Мне его удалили, потом я стал второй, там, он до 70 тысяч дошел, его тоже удалили. Меня постоянно, то есть, хуярят, блядь, банят, блядь, но... И вот, знаете, многие на самом деле бы так... Ну, похуй, впадло, забью хуй. Но нет, мы постоянно, я, блядь, становился злее, блядь, просто мразью становился, мы больше и больше делали сюда, поэтому... Слава богу, что к этому привело. Все, немножко запизделся, извините. Давайте почитаем ваши донаты. Саня секс-бомба, это вообще пиздец. Ну, у него была депрессия тоже, он расстался, и, блядь, его понять можно.
переезд, расставание. Сейчас он стримит. Про ДК вообще я ничего, ну, я не могу про него ничего говорить, потому что Даня сам себя сделал, блядь, еще давно, блядь, типа, и он сейчас вообще стреляет охуенно, я только рад за него, клянусь. Как с Лизой познакомился? Она с Яшей связал. Яша тогда мне написал. Да вообще, блядь, Яша это вообще отдельный, блядь, я не знаю, ну, типа, я, ну, нет столько слов благодарности за все, блядь, типа, ну, ладно. Сейчас сентиментальность, не хочу слишком сильно уходить. В общем, он все и так знает. Короче, с Яшей мне написал про Лизу. Тогда еще, года два назад, наверное, что типа, бля, зацени, короче, эта девчонка по-любому стрельнет, нахуй. Я посмотрел, думаю, бля, ебать харизматичная девчонка. То есть, типа, ну, у нее все есть. У нее есть и внешность, у нее есть идея, у нее есть амплуа, есть... Ну, она харизматичная, в любом случае. Я только думаю, бля, охуенно будет позвать ее на стрим. И причем стрим тогда был такой хуёвый, мы так провалились по стриму, там было, блядь, 800 онлайна. Он был реально, ну, скучный, блядь. Я, короче, делал тогда Лиза и Тоня совместное свидание в кафе Фортепиано. То есть мы это делали типа ресторан. И это был такой скучный стрим, ебаный просто максимально. И, ну, в общем, мы там заобщались и начали общаться, то есть окей. И круто. Сейчас я смотрю, блядь, на это все думаю, ебать, нахуй. Лизок вообще собирает, блядь, заебато.